В Екатеринбурге на старой сортировке во дворе пятиэтажки на Технической 51 собрались десятки местных жителей, самые сердобольные из которых, срывая голоса, пытались докричаться до бабульки, почти час простоявшей на подоконнике своей квартиры у распахнутого окошка на последнем этаже. Соседи помчались на пятый этаж, стучали в дверь, но она оказалась закрыта изнутри. До приезда экстренных служб местные мужики внизу под окнами растянули тент, хотя он вряд ли бы спас пожилую женщину, если бы она вдруг отступилась, упала вниз и пролетела около 15 метров. К счастью, молчаливая старушка крепко держалась за переплет оконной рамы и битый час в задумчивости с высоты смотрела на крикливый людный двор. Вскоре в переполошившийся двор заехали росгвардейцы, врачи скорой и пожарный расчет. Огнеборцы выдвинули автолестницу, и один из бойцов добрался до окна на пятом. Как только он с верхней ступеньки ступил на подоконник, толпа снизу приветствовала спасателя радостными криками и аплодисментами. Ну, вы сами слышали. Зачем старушка забралась на подоконник, еще предстоит выяснять полиции.